Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня мы в магазине «Фамилия» и посмотрим ассортимент мужской обуви. У меня сегодня есть конкретная цель, мне нужно выбрать мужские кроссовки. Поэтому, если вам интересна эта тема, обязательно оставайтесь вместе со мной. Первый стеллаж – это стеллаж с дизайнерской обувью, он стоит отдельно. Пробежимся по нему, посмотрим, какие бренды представлены, что есть интересного. Выбор впечатляет. Покажу цены на наиболее понравившиеся мне модели. Мокасины 2799 рублей, страна производства Китай. Далее кеды всевозможные. Белые кеды 1999 рублей. Скидка составила 33%. Страна изготовления Китай. Рядом кеды за 2999 рублей. Страна производства также Китай. Скидка 50%. Это уже полуботинки в бежевом цвете, такой приятный оттенок, 3999 рублей. Показываю состав, бренд. Красивое сочетание цветов, 2999 рублей, скидка 50%. Половины из этих брендов я не знаю, будем узнавать вместе. Полуботинки 2449 рублей. Такие модные, актуальные полуботинки 3499 рублей, производство Китай. Ну, это уже хорошо известный бренд PP Jeans. 2999 рублей стоят кеды. Хорошее качество у этого бренда. Поэтому рекомендую. Кроссовки мужские 1999 рублей. S. Oliver. Один из любимых моих брендов. По стоимости 3499 рублей. Я в поисках кроссовок на темной подошве, поэтому эти варианты однозначно не подходят. Будем искать дальше. Так, стоимость белых кроссовок 3499 рублей. Далее вот такие классические мокасины слепоны 2999 рублей. Нравятся мне бежевые цвета, но кроссовки 3999 рублей, кеды 2499, большое количество классической обуви, Ральф Рингер. По стоимости 1959 рублей. Скидка 67%. Хорошая скидка. Далее. $1299 рублей. Большой выбор кед. Еще один модный вариант кроссовок 4499 рублей. Но здесь, по-моему, размер большой был только. 3999 рублей, полуботинки.
2 999. Есть также в ассортименте летняя обувь, ее не так много, и что-то подобное я покупала в Фамилии, как раз таки летние полуботинки, они очень хорошего качества, ничего с ними не делается, очень крепкие. В общем, рекомендую. Вот такие модные полуботинки в сером цвете, сверху с резинками, 3999 рублей. Далее обувь расставлена, стеллажи идут по размерам. Также большое количество обуви. И, кстати, очень частая история, когда в обуви, например, где расположен 41-й, к примеру, размер, да, можно найти там 39-й, то есть сами покупатели путают. И, в общем, тоже можно что-то поискать и не своих размерах и найти. Так. Опять белая подошва. 4999. Пеппи джинс, кстати. Да. Они очень легкие. $2799. Вот такие интересные модные полуботинки в сером цвете стальном, 3999 рублей, скидка 72%. А полная стоимость их 14 тысяч. И такие же в ярком синем цвете. Не знаю, мне кажется, в таких полуботинках нога будет потеть. Они такие неприятные на ощупь, искусственный какой-то материал. Мне не понравились. Хотя визуально привлекают внимание своим интересным внешним видом. $1999. Еще из Оливер. Это уже стеллаж со спортивной обувью. Здесь разделено мужское и женское по размерам. Но он такой один большой общий стеллаж. Так, $2499. Интересные кеды в бежевом цвете. Не поняла, мужские это или женские, но мне кажется, сейчас можно носить то, что тебе нравится. 2999 рублей. Цена, в общем-то, хорошая. Большое количество обуви, глаза, конечно, разбегаются, и ты уже теряешься в выборе. Ну и вот тот вариант, на котором я остановилась.
приобрела я вот такие кроссовки. Бренд для меня незнакомый. По стоимости 1999 рублей. Кроссовки выполнены качественно. Посмотрим, как будет в носке. Обязательно поделюсь с вами отзывом. Модная сверху шнуровка, актуальная. Сзади пятка укреплена вот такой деталью. И я рассматривала также еще вот такой вариант полукеды 2799 рублей. Более классическая модель. Но выбор пал на черные кроссовки. Вот, показываю вам 2799 рублей. Они потяжелее. Также в магазине большой выбор носок, как мужских, так и женских. Мне очень нравится, что здесь есть большое количество разных производителей, брендов. Вот такой мне приглянулся производитель. Это производство Турция. Очень приятные на ощупь, укороченные носки. Есть в наборах, и в наборах есть вот разные. Набор цветов, покажу вам несколько вариантов. Есть следочки также набором. Так, вот такой вариант. Часто встречаю наборы носок, где разные цвета, один из них белый, что не очень практично. А здесь вот можно в однотонном цвете, либо ну, таких темных цветах каких-то выбрать. Абсолютно разные производители. Есть популярный спортивный бренд Puma. По стоимости также 499 рублей. Три пары. Белые носки. Марка Polo, две пары по стоимости 498 рублей, но здесь очень большой размер был в наличии, 47-49. На этом я буду заканчивать свое видео. Если вам понравилось, обязательно поддержите меня пальчиком вверх и увидимся в новом видео. Пока-пока!